Переписные истины. Викторина с таким названием сегодня стартовала в стране. Принять участие в ней смогут те, кто зарегистрируется на сайте Оргкомитета Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Вопросы викторины будут публиковаться каждую среду на этом же сайте. Чтобы ответить на них, участникам необходимо заполнить специальную форму. Викторина посвящена сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в стране в следующем году. Победителей будут выбирать еженедельно. Организаторы отмечают, что награды достанутся только тем, кто первым пришлет развернутый ответ на каждый из трех вопросов. Викторина продлится до конца ноября.